пяти боев, да, и такой замечательный баланс, это то, что, в общем-то, приятно, просто такие бои, просто приятно играть. Нормальные союзники, абсолютно нормальный баланс, вас не закидывают не пойми куда, подходящая для данной техники карта, в общем, все замечательно, и, в общем-то, я считаю, такой, в принципе, игра и должна быть, поскольку мы заходим в нее, чтобы отдохнуть, да, чтобы получить удовольствие, а не уходить разочарованными, расстроенными, нервничать, переживать. Ну, не должно этого быть, это как бы глупо. Теряется любой практически смысл. Ну, зачем нужна такая игра, которая вас расстраивает, злит? Это что, такая форма самоистязания или что? Вот мне лично непонятно, зачем это надо. Либо вы какой-то садомазохист, наверное, раз вам нравится играть в игру, которая вас просто выбешивает, которая вас доводит до белого коленя, да? Наверное, этого быть не должно. И, в общем-то, вот такой тип таких вот ламповых боев, он мне особенно приятен. И, в общем-то, как нам пообещал товарищ Панков на грандиозной презентации, которую устроила компания Wargaming, работать над ошибками ведется, и уже вот наконец-то, спустя много лет ожиданий, таки произойдет что-то хорошее, и баланс сделают так, как его просили сделать. Его, в общем-то, там, в принципе, ничего нового нет, и это все уже было когда-то опробовано в самолетах. World of Warplanes в свое время, да, это было, такой баланс был изначально в World of Warplanes, когда они только-только набирали обороты, да, но потом, это уже грустная история, почему-то у них не получилось, хотя я считаю, игра очень даже неплохая, вот, и был такой баланс, плюс один там практически всегда был, и игралась нормально, и даже если был где-то плюс два, крайне редко, то не было вот такой прям уж дикого-дикого перекоса, который бы вот сильно чувствовался и на что-то вот всерьез влиял. Ну, конечно, влияние было, глупо отрицать, если машина там выше уровнем, да, значительно она имеет преимущество, но не было прям такого уж вот непреодолимого, да, как, не знаю, там, если вы там на Кентигре выехали против Т-34-85, да, что он там вам может сделать, если вы не полный болван? Это практически ничего. Вот. Такого вот в World of Warplanes не было. И, в общем-то, это было правильно. Так что решили они вернуть на место данный баланс и наконец-то ввести его в танках. Не знаю, что сподвигло. Я не могу здесь, конечно, не съязвить и сказать, наверное, что-то в духе, что народ начал разбегаться, начали думать. На самом деле, за статистикой их посещений, да, что ли, или запаса аудитории, да, которая играет в World of Warplanes, или запаса аудитории, которая играет в World of Tanks, я не слежу. Но если вспомнить старые вот эти вот моменты, да, прошлые года, когда и Golden Joystick выигрывался, и была там рекорд посещаемости на новогодние праздники, то, конечно, сейчас, ну, дела не сказать, что плохо, но уже далеко не так радужно, как тогда. Наверное, это все заставило их призадуматься. Вот, потому что по-хорошему не хотели, игнорировали, плевали на мнение игроков. Это все прекрасно помнят. И как сейчас бы они не старались нам угодить, а все-таки оскомина осталась. По крайней мере, у меня и таких, как я, игроков, что... так как наше мнение долго и упорно игнорировалось, не воспринималось всерьез и вообще нас считали за дураков. Это было очень неприятно. Вот. Но сейчас они пытаются все это исправить, хотя, опять же, ну, да, может они это исправят, но все равно определенно, конечно, обида на разработчиков у многих игроков останется. Ну, собственно говоря, это дело такое. Будем надеяться все-таки на то, что... плюсы от этих изменений, они будут настолько существенные, что, по крайней мере, сама игра нас бесить перестанет и будет приносить больше удовольствия. Это будет, на мой взгляд, самый-самый лучший подарок в этой всей истории. Вот. Ну и такая вот изи-катка, 4 фрага, в общем, медаль паскучий. Настолько приятный легкий бой. Просто
изи, 50 тысяч нафармил, практически никаких повреждений, ни затрат голды, ничего, все супер, проехался, за 5-6 минут боя 50 тысяч нафармил, поиграл без нервов, без какого-то там перенапряжения, супер, я вот за такой геймплей, но вы должны понимать, да, что, естественно, что... Чтобы так играть, да, даже вот с таким балансом и побеждать, и добиваться результатов, вам все равно потребуется какое-то время, чтобы наработать скилл. А когда вы уже его наработаете, тогда у вас будет получаться это все замечательно и непринужденно. Вот. Вот такая вот у нас на этот раз была история. Напоследок красивая картиночка. Вот, вы же любите такое посмотреть. Вот я вам поверчу, посмотрите. И наешечку в HD, да, на фоне замечательной картинки поля боя на Мурованке. Ну, на этом у нас все. Вот такое мое мнение. Если у вас какое-то отличное мнение на то, что я сказал, делитесь, поговорим. А на этом все. До новых встреч. Пока.